Опа, понеслась. Так, ну, приветик, не спящий, все сцены любители гномьи. Заразы. Я решил попробовать еще раз. Ну, все играют, а я чем хуже. Правильно? Правильно. На этот раз, все должно быть лучше. Наверное. Ну, по крайней мере, я разобрался, что как работает и что зачем нужно. Так что все, ок. Это все зимой замерзнет, наверное, да? Но нам все равно нужно разметить все это говнище. Так. Источник воды. Что вот это? Вот ваш источник воды. Вам должно хватить. Оказывается, есть возможность копать ямы. Даже заливать их водой, представляете? Тут неожиданности. Так вот. Так, вы тут что-то выкопали? Вы смогли? Вы серьезно смогли? Какие вы молодцы. Ну, сажайте круглый год здесь это говно. Я так смотрю, они круглогодичные, поэтому почему бы нет? Хреновая земля. Cavern soil. Но у нас такого нет, поэтому. Охер. А у нас что, есть грибы? Да ну. Вы все врете. Вы что, в рядок выстроились? Ой. Это, оказывается, убежище. А нет, это не убежище, это немножко другое. Ну, в принципе, ладно, похер. Так, что-то я, да, засмотрелся на прекрасную. Наверное, нужны верстаки. Наверное. Ну, видимо, верстаков мы сегодня не дождемся. Опаньки. А, это. Ну, это неинтересно. Это неинтересно. Целые лесные деревья. Да, у нас есть нелесные деревья. Это вот нам не нужно. Не нужно нам это. Это можно закапывать. О, выкопали. Ну и хорошо. Ну, отлично. Значит, так. Дилдак какой-то получился. Ну ладно, это уже отдельная история. Мне, я так полагаю, нужны... верстаки. Вместе с верстаками будет идти склад. Наверное, как-то так. Верстаки же занимают по 3 клетки, правильно? Скажем, карпентер. Ну да. Ну и отлично. Так, здесь вы будете карпентить. Как я обожаю эту кнопку. Карпентер из ближайшего. Делайте. А, ну и это сразу тогда обозначим, что здесь у вас дополнительный склад под всякое говнище. Так. Нет, этот функционал мне уже знаком. Это мне не надо. Это что? Как много бочек? Может использовать этот стокпайл? Так интересно.
По-моему, как-то можно было привязывать стокпайлы к рабочему месту. Только я не помню как. О. О. Сюда же выбрасывай. Я в смысле? Ну, берешь ты отсюда. Закончить. Выбрасываешь сюда же. Да пошла ты. Так, я так полагаю, тебя хрен привяжешь, да? Тык, тык, понятно, все, иди в жопу. Я так не играю, дерево. А какой смысл тогда делать отдельное нечто, если в конечном итоге все равно имеем говно? Можно выбрать несколько? Нельзя. Можно кастом забабахать, в принципе. В принципе, можно забабахать кастом. А, нам нужно дерево. Все дерево. Правильно? Правильно. Помимо этого, мне здесь нужно хранить... Фурнитуру? Видимо, нет. О, бочки. Слушайте, нахер это вообще все надо? Все, я понял, это не нужно. Нам не нужен здесь склад, здесь будет второй воркшоп, вот и все. Будет у нас один единственный, прекрасный склад, который никому не мешает, и все у него хорошо. Наверное, да. Надо копать дальше. Надо копать дальше. Так, трешечка. Это должно хватить. А здесь надо заказать сразу бочек там. Каких-нибудь. Баррель. Если можно, деревянный. Деревянный баррель. 10 штук. Все, делайте. Помимо этого, мне нужны корзинки, я так понимаю. Деревянные. Нет, не цинковые, деревянные. 10 штук хватит. Ведра. Бакет. Деревянные. Деревянное ведро. Оно супер ведро. Оно никогда не разольется, правда? 10 ведер. Да, по-моему, все. Вроде больше ничего и не надо. Вроде. Пусть пока копают. Чуть-чуть такое. Рой? Что за рой? Стоять. Рой мух. Какого хрена здесь делает рой мух? Нет семян. Вот черт. Надо семена где-то раздобыть. Этим мы займемся попозже. Фарминг? Фарминг. Соливарня. О, вернее, это, ну... пивоварня. И... А черт его. Что нам еще нужно? Механик? Сделать колодец? Не, ну... Вариант, конечно, но я думаю, они и в реке справятся. Так что к черту колодец. Кажется, хватит с вас. Так, раз уж вы забабахали все-таки пивоварню, надо вам замутить тогда варку из растений. Так, варка из растений у вас будет на постоянной основе, проверяется каждый день. Если напитков меньше 10, то варите.
Вот и все. Вот и все приколы. Все довольно просто. Так. Так. Мне нужно копать дальше. Копайте дальше. Так. Ну и твою мать-то. Как я это люблю. Я просто обожаю, когда они берут и вот, ой, а там вода, я копать не буду. И не копают. Я, конечно, понимаю, что там немножко подтапливает, но это же не повод не копать. У тебя же стоит приказ копать, значит, копай. Еще в чем проблема? Чего не копаем? Приказ же есть. Копайте. Чего они не хотят копать? Скоты. Тут лестница не так. А, опять водичка. Понимаю. Но нам на водичку срать. Копать всем. Всем копать. Это что такое? Лимонитовая стена. Пожалуй, пас. О, водичка пошла. Хреново, что водичка пошла. Ну и ладно, убираем тогда эту лестницу к чертовой бабушке. А! Дурацкая вода. Все портит. Тогда... Нет, тогда мы здесь копать не будем. В смысле? Она здесь? Серьезно? Здесь сырые стены? Вы че? Там уже двоечка накапала. Да вы че? А чё? Чё они не убирают дурацкую стену? Ой, лестницу. За что мне это? Копать-то хоть будете? О! Ну, они что-то прокопали. Молодцы. То есть, по-моему, они сюда просто не спустятся, правильно же? У них же нет доступа сюда. Или есть? Тоже трешечка. Со стен-то капает. Ай. Мне просто нужны грибы. Да что ты... делать. Чёртовы автоботы. Как тебя? Опа. Вот. О. Они где-то достали семена. Ой, прекрасно, замечательно. Вообще огонь. Так, отмена приказа, тогда это нам все не надо. Ну и лестницу нам копать-то не надо тут. Все. Блин, с ним пусть капает. Не закапает же оно наверх, правильно? Наверное. Не уверен насчет этого. Ну и раз уж у нас все хорошо, надо комнаты выкопать. Чего вам там? Хватит 3 на 3, я надеюсь. Так. Сколько у вас? Семеро, да? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достаточно. Когда-нибудь у вас будут даже двери, но не сегодня. Хотя почему не сегодня? Ну-ка, подожди. Так, мне надо еще дур. Преимущественно деревянную. Деревянную дур. 10 штук. И кровать. Тоже деревянная, тоже 10 штук. Все. Делайте. Я уверен, вы сможете. Вы справитесь. И надо это все погладить, кстати, да.
Надо это все отгладить. Так, гладим. Это вот все надо отгладить. Что, в смысле? Почему приказ не сработал? Что? Что не так? Видимо, стены не те, но и хрен с ними, подумаешь. Ну, подумаешь, живут гномы под землей, ну и что такого? На минус третьем этаже. За 7 часов счастья, да? Фурнитура. Двери. Двери, двери. Двери потерял. Дверь. А двери нет. Ты занят. Был. Они что-то там делают, в общем. Пусть делают. Когда появится, тогда появится. И будет все хорошо. Так, это надо выкопать побольше, побольше. У нас будет большой склад, единый, единый огромный склад. Склад единства. Юнитологический склад. Там будет все хорошо. Что там с затоплением? Шестерочка. Больше не капает. Ну и хорошо. Ну и прекрасно. А ну и восхитительно. А по стокам мы можем отследить что-то? Что? Если у вас нет буккипера, или нет офиса, в котором нужно работать, числа будут приблизительные. А. Бед. У нас есть бед из вишни. У нас целая одна бед есть. Ну и хорошо. Поставим ее вот сюда. Так, да, зоны, да. Асепт. А можно сразу множественное количество зон забабахать? Это ж долго, неудобно. Я уже жаловался на это в прошлый раз, но, видимо, нельзя. Нет! За что? Почему? Как удобно. А прикинь, вот ты будешь размещать 200 гномов, и ты такой, каждому комнату надо сделать, да? Ну ладно. Не, ну, справедливости ради, в игре есть скрипты, которые можно писать самому, но... Ё-моё. Это же все равно жопа. Прям лютейшая жопа. Чё, оно не падает, не обваливается, все хорошо. Ну и славно. Ну и пусть стоит. А где грибы? Там же росли грибы какого... Хрена. Нет семян. Я же видел, там грибы росли. Вон они. Вы их что, сожрали, что ли? Ироды. Это надо разобрать, это нам не надо. Повозка, она для слабых. Ура, у нас есть кровать. У нас есть дверь. Как забавно радоваться простой двери, правда? Так, продолжать строить после размещения. Чпок, чпок, чпок. Эй, двери кончились. Жаль. А кровати? Кровати есть? О, кровати есть. Ну, не так-то, чтобы много, конечно. Но кровати есть, да. Двери все разноцветные. Ну ладно. Не так уж это и критично. Не так уж это и критично. На-на-ра-на-на-ра-на. Так, это вам, животина. У нас две кобылы у нас есть. Все, пусть живут припеваючи. Живут и припевают. Кому как удобней. Это все надо собрать. Так, склад расширили. Отлично. Отлично. Прекрасно. А можно этот стокпайл теперь расширить? Можно же? Ну, я же уверен, что можно. Repaint.
Вот, расширили стокпайл. Сата. Давай, стокпайлься. Это много места. О, о, кровати. Три штуки. Вижу. Время их воткнуть куда надо. Чпок, чпок, чпок. Ой, четвертый есть. Пятый нету. Жаль. Четыре двери. Как минимум. Это приятно. Это приятно. Так, а еще нам нужен люк. Вот такой вот. Сначала его надо сделать, да. Сначала его надо сделать. Сделайте-ка мне люк. Можно пока что деревянный. Деревянный люк. Нет, 10 не надо, мне надо один. Один люк тоже сойдет. Люк. А мне еще пригодился бы пол. Так вот. Ну и что? Что не так? А, кровать мешает. А, не надо, подожди. Отмена, отмена приказа. Да, в смысле? Отменить. Так, мне нужен дурацкий пол. Выбрать материал. Так, пока что заменим это. А, мы можем только деревянный херачить, да? Ну, вообще логично, да, мы же камень не выкопали, нифига. Так, тут затопило на семерочку, тут на пятерочку, и вода. Продолжает прибывать. Ну, я очень сильно надеюсь, что выше она не полезет. Потому что если полезет, то придется закрываться. А это хреново. Так, и по поводу камней, да, по поводу камней. Надо нам сгулять какую-нибудь скалу ближайшую. Горку какую-нибудь ограбить. Так, забуримся куда-нибудь сюда. А вот это копать не надо, что ли? Ну ладно. Странная лужа внутри скалы. Ну ладно. Нифига себе, ты копатель онлайн. Вот это скорость. Вот это скорость. Эх, стоять. С тобой еще не закончили. Так, мы идем вниз на глубину там. Ну, двадцаточку давайте мне. Я надеюсь, им хватит. Ой. Прощинули немножко. Так, за тобой мы пока понаблюдаем. В смысле нет работы? Там же стоять. А какого хрена? Опять вода? Серьезно? Чё? Да вы прикалываетесь, что ли? О, дурацкая вода. Теперь понятно, почему ее все так ненавидели. Что-то такое. Гесхуд. Что такое гесхуд? А, это наш местный крафтер создал великолепную, потрясающую бочку деревянную. Замечательно, я очень рад. Прекрасно, великолепно. Лето. Мокрые лестницы. Понимаю, понимаю. То есть, куда ни забурись, туда будет все в говнище. Зашибись просто. Великолепно. Почему всегда так? Давайте по-другому. Давайте, ладно. Копаем куда-нибудь сюда. Должно же хватить там чего-нибудь-то. Как тут дела вообще? Мы достроили практически все, что надо. Отлично. Двери. Всем двери. Дверь тебе. Кровати. Даже тебе и тебе. Всем кровати.
Так. Что у нас там с дринком? 30. Должно быть более-менее норм. Мне бы семена раздобыть. Было бы здорово. Но их нет. Гребаных семян. Ой. Копается? Ну и хорошо, что копается. Так. Мы докопались до истины. Копнем вниз. Так, тут внизу все хорошо. Копаем дальше вниз. Будем копать вот так вот. Ага, тут водичка. Там водичка. Ладно, тогда копаем куда-нибудь туда. Раз там водичка. Лестница. Здесь водички нет? Или тоже водичка? Тоже водичка. Ты вж. А здесь? Издеваешься? Давай. Давай, 10 тысяч лестниц, давай. Я уверен, ты сможешь, давай. Так. Везде водичка, ты чё? Серьезно, вот. Ладно, хорошо. Копаем водичку. И похер мне. Мне просто насрать. Будем копать, значит, в воду. Так. Копаем дальше. Как с этой дурацкой водой бороться вообще? Никак? Иди далеко. С другой стороны, база рисковать. Может, настроения нет. Ну вот, водичка пошла. Копнем дальше. Копнем глубже. Я уверен, вы сможете. Вы справитесь по колено в воде копать. Сможете же. Ну, сможете же? Можете. Давай. Ну, давай. Ну, копни. Ну, копни. Ну, давай. О, копнула. Молодец. Копай дальше. Давай, там не так много, там всего лишь одна. Капелька воды там всего лишь. Копаем, копаем. Минус седьмой. Давай. Вот бы было здорово, если бы можно было включить игнорирование всего этого говна. Вроде воды. Но нет, нет. Нельзя. Кстати, я тут что вспомнил-то? У нас же есть этот, ну, мистер рыбак. И ему надо назначить зону. Будешь рыбачить где-нибудь здесь. Рыбач. А, и, кстати, раз уж зашел разговор, тебе, наверное, понадобится... Вот это. И тебе надо понадобиться вот это. И вот это. Чтобы было все хорошо. Ох, почти как тост. Ну. Вода поднимается вверх. А люк они построили? Люк они построили. Правда, один. Ну ладно. Ничего страшного. Я надеюсь, люк, он сдержит воду. Нет доступа. В смысле? Тут везде вода. Угу. Если мы все это выкопаем, мы окажемся в жопе или нет? И почему туда нет доступа? Что за фигня? Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Все, ок. Такс. Хач. Может быть размещен на верхушке лестниц или под рампами, чтобы контролировать движение
внутрь форта, когда они заброшены, запрещены для использования или атакованы, вернее, присоединены к этим к рычагам. Странно. Ну, оп. Ага, о, все, теперь работает. А, дурацкая вода. Зато здесь появился люк. А ты откуда взялась? Откуда она взялась? А, ладно. Я прикрылся люком, мне нормально. Так, задачи. Мне, значит, нужен еще один дурацкий люк. Тоже деревянный. Где? Деревянный люк. Мне хватит двух. И ловить живую рыбу. Не надо ловить живую рыбу. Мне надо что-то другое. Что мне надо? Надо что-то делать с рыбой, в общем. Где она? Рыба, 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 рыба. Потерял. О. Так, готовить сырую рыбу. Готовить сырую рыбу. Вечность. Нам же не нужна сырая рыба, правильно? Если доступное количество не продувшей сырой рыбы больше 10, то они ее готовят. И наоборот, если меньше 10. Мне кажется, что... Ну... Здесь просто нет смысла условия ставить. Как бы, если рыба есть, то ее надо сразу готовить, правильно? Правильно. Вот. Такая гроза классная. Мне прям так нравится. А мне еще нужна кухня. Kitchen. Так, тут опять топит. А вы люк, 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 люк. Люк сделали. Отлично. Слушайте, закройте нахрен люком это говно, а? Вообще, я так чувствую, нас затопит к херам. Все. Люк поставили. Рекс. Теперь надо вспомнить, на каком уровне я тут копал. Ага. Ага. Тут уже семерочка. Не утонешь же она, правильно? Давай. Да, я уверен, ты сможешь. Видимо, не сможет. Что делать с дурацкой водой? Если объективно от нее нет спасения. Долбаная вода. Она все портит. О, кстати. О. А здесь то же самое. Здесь буквально спускаешься на уровень вниз, и все, и ты в говнище. Не, ну это жопа. Это жопа. Так, вам, наверное, нужен завтрак какой-нибудь там или обед. Кухня. Вот это. Легкий мил. В буквальном смысле. Рестартится, если завершено. Вот и славненько. Вот и славненько. Теперь другой вопрос. А, хотя нет, вопроса нет. Я же могу просто выкопать комнату, правильно? Правильно. Комната вам
будет нужно, наверное, здесь 3, 4, 5. Хотя лучше, наверное, строить поровну, правильно? Дырка, 1, 2, 3. Ну, как-то так, что ли. А дринг-то заканчивается. Дерьмо. С растений. Ну, допустим. Нет, так-то если из растений можно варить, то все более-менее норм. А из каких растений? Просто я вот вижу, что сюда несут грибы. Нам их надо сажать. Они что-то не растут. Сволочи. О, там дринг подрос немножко. Из растений. Так, мне кажется, с приказом что-то не так. Из растений варить. Дошло, дошло. Дошло, что не так. Все дело как раз-таки в приказе. Просто у нас было достаточное количество бухла. Вот, из растений 10 штук. Если будет 10, то они начнут варить. Вот в чем прикол. Количество дринка меньше, чем 10. Давайте-ка поставим меньше, чем 50. Ну, или 40. Лучше 50, наверное. Если будет меньше 50, тогда начинайте варить. А так пока не надо. Лучше вон грибы сажайте. Ой, интересней. Водичка опять накапывает. Накрапывает. А может здесь замутить колодец? Почему бы и нет? А, камней нет. Вот почему нет. Хотя, с другой стороны, я могу поставить какой-нибудь стоунворкер. Даже нет стоунворкера. Будет здесь стоунворкер. Надо выкопать все остальное нахрен. Так, 3. А чего никто не копает, кстати? Странновато. Собирался сказать я, и тут она начала копать. Ты же она? Урист. Юрист. Лидер экспедиции. А где? Ей 70 лет, и эта женщина, да? Просто она немножечко лысая. Лысая женщина. Что вы, лысых женщин никогда не видели, что ли? Вот бы было здорово, если бы можно было играть другими расами, правда? Я думаю, это дело поправимое. Отменил... Что? Работа замещена? Кем? Вернее, чем? Странно, странно. Ну и ладно, ну и не надо. Что я делать-то собирался? Давайте механику еще забабахаем. Что там еще есть? Вообще, да, мне нужен колодец. Для колодец. И блок. Каменный блок. Один, пожалуйста. В смысле? Хранилище. Сделать каменный блок. Нужны не экономические твердые камни. Чего нет, того нет.
А я могу заказать колодец здесь? Ой. Здесь колодца нет. Ну, жалко. Ну и ладно, но и не надо, подумаешь. Мне нужны камни. Где мне раздобыть камней на этой гребаной карте? Просто мы в такой жопище. Без камней. Сюда она прокопаться просто не может. Хотя, ну да, тут же все в воде. Копай тогда туда. Это будет очень странная лестница. Сюда же ты можешь прокопаться? Вот это LB туда. Это все убрать надо. Мигранты. О, нет. Ну почему? Мне не нужны мигранты. Дринк 100. Примерно. Жесть. А мясо где брать? Да, да, там вода. Я в курсе, что там вода. Давай копай. Хватит выкабиниваться. Вар. Нужен брокер. Брокер подождет. О. Она копнула, она смогла. Давай сюда копай. Там же как бы нет воды. Как бы. Нет. Она, конечно, как бы есть, но ее как бы нет. Это такая водичка. Квантовая. Так. Идут копать лестницу. Очень хорошо. Оп. Лестницу прокопали. А сюда копать не хотим, да? Давай копай. Парь. Как бы мне от этого всего... Как бы мне от этого всего избавиться? Чё там отменил? Сварить рас... Бухло сварить, да? Тебе бочек не хватает? Ладно. Я сделаю еще, вернее, закажу деревянный баррель. Давай сразу 20. С контрол, понимаю. 20 бочек еще сверх того, что у нас есть. Давай, я уверен, ты сможешь. Давай, вперед. Мадам, копательница, может быть, вы соизволите прокопать, наконец? О, у нас тут мистер копатель объявился. Да, чудеса, не такие они случаются. Забавно, что вот в этом месте на экране ОБСа дыра. Вот здесь вот. Странно это все. Но да ладно. Так, водичка протекает, а нам нужна лестница. Лестница. Что такое? Животное выросло и стало альпакой. Великолепно. Завершили варку. Сварить дринк из растений, да? Фишклинер. Замечательно. Обучился новый человек. Так. Варить. Все хорошо. Все варится. Все работает. Так, лесенка. Лесенка что-то не докопалась маленько. Копай давай. Дурацкую лестницу. Как же мы долго идем, а? Какой кошмар. И что ставишь ты приоритет, что не ставишь? Как бы разница примерно ноль. Ну потому что, ну, ноль. Копай сюда тогда. Как это долго все. Давай копай. Вода еще и здесь. Ну, конечно. Да, она еще могла деться. Почему здесь все мокрое? Что, в каком-то... Океане, что ли, живу или что? И, наверное, так лучше не надо, да? А ладно, уже начал копать, так что. Охер. О, водичка пошла.
разные стороны. Что-то саундтрек тут какой-то странный. Давай копай! И вниз. Тут же не будет водички, правда? Сейчас. Давай копай. А как нам жить-то без камней? Капец. Бескаменный. Так. Может, ты все-таки построишь гребаную лестницу, а? Нужны бревна. Вы серьезно? Бревна не можете... ну почему они не могут жить без моего приказа? А это что лежит? Это вот что? Что? Что такое? Вот что это? Что это? Это что, не бревна? Что-то другое? Деревья, значит, на этой почве растут прекрасно, да? У них не возникает там ничего. Ни подсыхания, ни отвалов, что еще? Гигантский ежик? Из огня да в полымя, да? Гигантский ежик. Мать твою, с кем ты дрался? Гигантский ежик дерется. Так, открываем лог. Гигантский ежик свернулся в клубок. Так. Что дальше? Что с того? Где он? А, вижу. Так, гигантский ежик куда-то пошел. Пошел. Шарахался у границ. Гуляет. Слушайте, а давайте кое-что испытаем. У меня тут как раз было кое-что, что можно было испытать. Приказ убивать. Вот ежика убейте, пожалуйста. Эквип. Как работает вообще? Как? Ну, скажем... Скажем, униформа тебе пока не нужна. Новое оружие. У нас есть меч. Твердить. Что не так? Так. Что это значит? На желтое. Идет убивать огромного ежика. А оружие у тебя где? Что это? Workmates Suite. Покрыто все тело. Великолепно. Ты меч идешь брать или не идешь? Убирай эквип. Отлично. Оно отправилось за эквипом. Оно эквипнуло меч. Все, оно пошло убивать ежика. Надо же. Вау. Невероятно. У нас бутчер есть? Было бы здорово, если бы у нас был бутчер. Ну, не тот бутчер, который... Ой, это я зря сделал. Который прям бутчер, а немножко другой бутчер, который... Знаете, ну... Бутчер. Это сюда. Так, ты идешь убивать ежика. Ой, подожди. Я забыл. Вчера поставить-то у нас нет же его. Бутчер, бутчер. Так, где он, бутчер? Будешь бутчить. Пока что мы идем убивать огромного ежика. Соник! Ой. Это сгонять тебе не надо. Пошли. Что это такое? Стамайс. Прикольно. Так, а где этот ублюдочный ежик?
пошла ежика. Она победила ежика? Чего? Охренеть. Ой. Ну, круто, круто. Так, а мы, получается, бутчера забабахали. Отлично. Так, тогда нам нужно поставить задачу, скажем, учить животное. Учи вечно. Десять не надо, одного достаточно. Так. Где этот ёж? Чёрт, я ёжа потерял. Ну и ладно. Принесут же его сюда, в конце концов. Когда-нибудь. Наверное. Или нет. Отмена бучинга? Что? Почему? Какого черта? Почему отмена? Дважды. Что не так? Отменяет бучинг, потому что нужны предметы непротухшие. Какие? Ёжик тебя не устраивает, что ли, или что? В чем проблема-то, собственно? Вот он. Пожалуйста. Говорится, бери и бучи. Так, кухня, рыбаки. То есть приказа переносит этой скотины просто нет. Труп огромного ежика. Замечательно. И что? Почему вы не хотите его бучить? Собрать его надо? Нет. Странно. Очень странно. Что-то не хотят они. Так, ладно, черт с ним. Вручную давайте. Давайте вручную. Забучить животное. Оп, отменяется. Зима грядет, да-да-да. У нас, в принципе, есть и то, и другое. Что еще надо? Илоп истилгусил из Эгузуглара прибыл. Поздравляем. Поздравляем этого странного чувака. Мерчант мне не нужен пока что. Так. Меняет бучинг животного. Нужны непротухшие купы животных. Ну, мать! А где они? Может быть, нужно фермера забабахать или что? Танер, по-моему, он кожу снимает. Давайте построим, ладно. Так, что еще? Все есть. Фермер, давайте фермера построим. Я не против. Хотите, будет фермер. Хотите, будет бутчер. Не проблема. Так, танер, бутчер, все есть. Дипломатия. Окей. Мне ничего не надо, оценить. Сделали бочки, хорошо. Так, что здесь можно сделать? Кожу оттанить. Вот надо забучить для начала. Делать сыр. Не. Так, и что за фигня? Забучить животное. А какое животное? Нет, не надо писать нам об этом. Мы так просто. Ёжика грохнули, есть его не будем. Замечательно. Прекрасно. Великолепно просто.
Замечательно, да. Здесь хранится все? Здесь хранится все. Какого хрена мы не тащим сюда ежика? Ну фиг его. Просто так, наверное. Ой. Ладно, хрен с ним, с ежиком. Я попробовал, не проканало. Ну и не надо. Уже у меня проблемы. А тут все затопило нахрен. Зря копали. Зря копали. Ну, тогда мы в жопе, потому что здесь все топит нахрен мгновенно. Что мы с этим можем сделать? Лошадь родилась. Никак не могут забучить. Что за предметы-то вам нужны? Может, вы скажете, что за предметы вам нужны? Я понимаю, что вам нужен труп. Но он лежит наверху. Вот здесь, вот он, вот. Подходи и бери. В чем проблема-то? Какой кошмар. Может, вам свалку сделать мусора? Хотите свалку? Вот, сваливайте мусор сюда. Хорошая такая свалка. О! А я могу собирать клей? Серьезно? Ноль клея. Так, а он вообще где-нибудь есть? Ноль. Где мне клей собирать? Ноль. Ноль. А здесь? Ноль. Тут же пол из клея. Кого хрена? Ой, хорошо, ладно. Здесь клей. Клей. Клей есть? 63. О, здесь есть. Понятненько. 10 милов. Молодцы. Забучить все никак не могут, потому что нечего бучить. И как они не привыкнут? Бараки, дармитория, все херня. Стрельбище, данж. А, это для заключенных, понятно. Сок. Типа, конечно, но... Не. Сок мне не нужен. Но не работает, в общем. Не хотят. А что значит обработать растение? Давай попробуем. Ага. А растений и нету. Ну и ладно. Ну и не надо. Подумаешь. Тоже у меня великая проблема. Так, мне надо заказать парочку столов. Табле. Так, нужен деревянный табле. Штук 5, я думаю, хватит. И мне нужен стул какой-нибудь. Он же так здесь называется, правильно? Правильно, еще деревянный, вообще шикардос. Ну вот штук 10 стульев еще, да. Почему бы и нет. Так, Dining Hall. Why not? Сойдет. 35 плюс 0. Отлично. Великолепно. Новая таверна. Локации вроде таверн, храмов и библиотек могут быть созданы из зон встречи, обеденных зон и спален. Эти больше. Это больше ассоциация комнат может привлечь посетителей из других крепостей. Понятно. Но это нам, в принципе, и не нужно. Так, и вам еще нужна комната для встреч. Понимаю. Ну, что я могу вам сказать? У вас ее не будет. Смиритесь с этим. Потому что здесь все поголовно в дерьмище. И ничего вы с этим не... Вернее, с этим не сделаете. По какой причине... О, еще один ежик бежал. По какой причине они не могут добывать камень, это тоже загадка. Потому что, ну вот, лежит булыжник.
Возьми да будь, но нет. Нет. Сегодня. Подожди, что? А. Это херня, это мне не надо. Ну, получается, да, получается жопа. Так вот почему нельзя играть на этих самых. Скалдар Фортресс. На территориях, где Shallow Water. Торговец скоро свалит. Да и хрен с ним, пусть валит. Стол и закончен, отлично. О, легендарный стол. Стулья, а нет, не стулья, это рыба приготовилась. Ну и хорошо, мигранты Ой, да в жопу этих мигрантов, сколько можно. Мигранты. Мне не нужны мигранты. У нас нет столько еды и воды, чтобы вас прокормить. Почему нельзя контролировать долбанных мигрантов? Наверное, надо поставить кого-нибудь на пост важный, чтобы он контролировал долбанных мигрантов. Так, столы. Раз, два, три, четыре. Сколько у меня их, я не помню. Пять, по-моему. Четыре. Да, все, кончились столы. Стулья как раз завершились, ну и замечательно. Прекрасно. Стульчик мне какой-нибудь. Чая. Так, Интересно, вот так вот проканает. Поставлю пока для красоты, пусть стоят. Жалко, что ли. Так, ему Дип встал варщиком пива. Молодец. Или вина, или чего там. Что это было? Что? Милкер убежден. Ну ты плохим настроением. А. В общем, этот мудила занял воркшоп Карпентера. Вот. Себе. Дима. Ну, как бы мы и не против. Если он там работает эффективно, то пусть работает. Так, Карпентер. Его занял Милкер. Ну, Содул, который. Ну, молодец, молодец. В целом, мне на это насрать. Так и не могут забучить никто ничего. Как у них не получается? Плудухи. Ну и ладно. Ну и пофиг. Да, знаете что? Тогда бучить ничего не надо. Все. Хорош. Долбало мне это уведомление. Окончательно. Такс, мы тогда будем копать дальше, я так полагаю. Потому что это нифига не серьезно. Это нифига не нравится. Опаньки. Wood Armor Stand. Он предложил это чистому щиту. Создал. Из вишни. Легендарную стойку, да? Правильно же? Стал Карпентером. Поздравляем. У нас растения кончились. Беда. Хотя странно. Хотя, подожди. По-моему, там что-то с рецептом не то. Так, 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 так. Вот это. Если доступное количество дринка меньше 50. Меньше 50. Больше 50. Значит, варить не надо. Какого хрена они варят до сих пор? А, потому что по 10. Ну да, да, логично. Ну, во всяком случае, у нас другая проблема, у нас кончился исходный ресурс. Что мы, можно сказать, в говне.
Хотя мы там уже довольно давно, но тем не менее. Armor Stand. Мы создали Armor Stand, правильно? Правильно. Фурнитура. Нет, и статуя. Это статуя или нет? Вряд ли это статуя. Да. Как мне разместить Armor Stand? Это здесь, да? Armor Stand. Имеет ли значение, где его размещать? О. Класс. Так. Притащили Armor Stand. Замечательно. Прекрасно просто. Выкопали? Выкопали. Толку. Вот это дохера везде. Даже если мы копнем вниз, окажемся в жопе. Мы окажемся в жопе. Ой, огромной-огромной жопе. Странно, что при копании она как-то ресурсы не добывает. Ой. Противочка шарит, что ли? Так, о, водичка, водичка пошла. Надеюсь, капать не будет. Это вот сырое говнище. Ну, да, да, там тоже сраная вода. Так, а что если мы будем копать по уровню вниз? То есть мы сейчас копнем в воду и прокопаем там вообще какую-нибудь область, выкопаем нахрен. Что тогда? Я вижу, что здесь залило. Печально, конечно, но что можно с этим поделать? Да ничего, в общем-то. Так, вы копнули? Отлично. Это будет очень долго, но я уверен, что вы справитесь. Копать каждый выбранный тайл. Вот он сейчас выкопает, обнаружит здесь воду и копать перестанет. То, все. Тут уже начинает скапливаться водичка. Так, он берет, копнул, все, перестал. Ненависть. Ты мне надоел. Копай все три. Ладно, две. Конечно. Вот туда уже протекает. Течет, течет уже. Я вижу, как течет. Все, течет. Давай копай, ты быстрее копаешь, чем этот нарколыга. Ну почему здесь везде вода? Как-нибудь от нее избавиться. Долбанная вода. Кстати, я чего подумал, может быть загладить просто? Вообще реально загладить стены так, чтобы не текло? Ну-ка дай попробую. О, стены гладятся. Что если мы здесь стены загладим нахрен? Что тогда? Капать перестанет? Протекать? Или это с потолка капает? Одну стену загладили. Она все равно сырая. То есть ни хрена не меняется. Ладно. Ладно, надо подумать. Саппорты это понятно. Предотвращают обвалы. Тра-та-та. Угу. Это все херня. Это все херня. Фурнитура понятна, это тоже херня.
жидкости. Как-то надо бороться с дурацкими жидкостями. Как? У нас же есть насосик. А, камней-то нету. Какие нахрен жидкости? О чем вы вообще? В общем, ясно. Ничего построить не получится. Тринка 70. Ну, вроде как пока хватает. Дрынка. Кстати, а я ведь могу воду вычерпать. Или нельзя? Такое было. Вроде. Что-то такое было. Что нужно для флутгейта? А если стены заменить на деревянные? Даже здесь вот, допустим, затопило конкретно. Я так предполагаю, что гномы все-таки в состоянии плавать. Наверное. Что если мы стены построим? Где-нибудь. Ну, скажем, здесь. Мы же сможем сюда спуститься, правильно? Блокировано. То есть мне надо сначала выкопать это все, да? Ладно. Идем тогда сюда. Нет, это, конечно, да, это очень великолепно. Сейчас он копнет лестницу, обнаружит там воду и копать больше не будет. А, правильно, зачем? Нам же не надо там лестницу копать. Оп. Так, теперь надо выкопать вокруг все. Это будет очень болезненно. Хотя нет, царь справляется. Так, и еще вокруг. И вот это вот тоже выкопать бы, но не дают. Ну, в принципе, и ладно. В принципе, это не страшно. Выкопали. Молодцы. Теперь строим. Допустим, стену. Пофиг, с какого материала. Не, подожди. Надо тоже выкопать. Это так не пойдет. У нас лестница будет здесь стоять. Здесь это... Хотя... Мать, ладно. Копайте дальше тогда. Казалось, нам нужно больше немножко места. Лестница будет здесь, она будет окружена стенами. Так что все окей. Стены. Мне все равно, из чего вы их сделаете. Просто сделайте. Важен сам факт их наличия. Здесь будет дверь. Просто я вот думаю, целесообразно ли это. Успеем ли мы? Потому что мне кажется, что нет. Уже протекает. Уже протекает, но... Не успевают строить стены. Стены они делают относительно быстро. Кстати. Вдруг получится. Мало ли. Мало ли. Нам бы пробить этот дурацкий слой с водой.
докопаться до грёбаных камней и изолировать их. Вот было бы вообще замечательно. А нет. Так, так. Капает, получается, только отсюда и отсюда. Отсюда особо не капает, а вот здесь все равно прокапывает. То есть даже эти деревянные стены капают. Не сырые, хоть и деревянные. Все равно течет. Может быть, делать их каменными? А камней-то нету. Дерьмо. Так, ну, как-то так. Копнем вниз. Кстати, надо еще кое-что проверить, раз уж мы начали копать. А, хотя, вообще-то, давайте здесь проверим. Так, копнем вниз. Вниз копнули, хорошо. Все вот это выкапываем. Если можно, побыстрее. Ну и так сойдет. Так, и... рут. Только как-нибудь вот так. Просто яма. Да, просто яма. Что они будут с ней делать? Восхитительное ничего. Ой, смотрите, а тут воды нет. Это как так? Вон оно что. Слушай, тогда у меня появляется идея. Если оно так, как мне кажется, то это может сработать. Это может сработать. Так, допустим, мы возьмем вот эту комнату. Предварительно надо, кстати, запастись тогда люками. Я, конечно, не уверен, что он поможет хоть в чем-то, но мало ли. Десяток люков, я думаю, нам хватит. Что у нас там с дринком? 40? Хреново. Что 40? Че? Куда? Окопать? Это еще что? Пиглет домашний. Прирученный. Так, с этим закончили. Мне нужны стены. Стены. Вот так вот. Было бы неплохо заиметь еще и дверь. Ну ладно. Что там с прудом? Вот здесь пруд обозначен, но толку от него очень много. Я надеялся, что они там ямку выкопают. Что ли? О, а что такое? А ну-ка. И вот это выкопайте тоже. Что за каналы? Ну ты смотри, они тут ходят свободно. Выкопали. Что это такое? Яма какая-то. А чё? Уж какая-то яма. А вода туда уходит? Ой. Ты смотри. Ой. А вода-то туда уходит. Ха-ха-ха. Интересно. Такс, ну, мы сделали основу. Надеюсь, эта основа нас не подведет. Я надеюсь. Очень сильно на это надеюсь. Люки не доделали. Люки, ну и ладно. Микроклайн. Бывает.
Такс, это заполнило водичкой, да? Ага. Ладненько. Люк прокопали. О, лестница прокопалась. Хорошо. Копаем дальше. В принципе, в дальнейшем уже пофигу. У нас только дринк заканчивается. Надо, наверное, с этим что-то делать. Что мы можем с этим поделать? Можем, наверное, насобирать много растений там каких-нибудь, чтобы делать из них себе дринк дальше. Потому что грибы у нас явно не растут. Ну, вернее, растут, но не очень охотно. А мне нужны... Нет, не полы. Мне нужны стены. Оп. Оп. Оп, хоп. Доступ же есть к стенам, правильно? Надеюсь, что есть. Так, с каналом как дела? Угу. Очень интересно с каналом. Дела обстоят. Потому что, судя по всему, здесь вода. Ладно. Копнем вниз. Маленько. Если я выкопаю вот эту клетку... Вода хлынет сюда. Правильно же, это же канал? Или они могут отсюда копать канал еще глубже? Могут? Не могут. Здесь вот могут. Ну, попробуем. Затопит, так затопит. Микроклайн. Что такое микроклайн? Клайн, клайн. Я как будто помню. Что такое микроклайн? Что такое клайн? Ну, кроме того, что это клин, конечно. То есть однозначно клин. А микроклайн? Микроклин. Спасибо, твою мать, перевод. 10 переводов из 10. Впрочем, как обычно. Ладно. Мне показалось или... Показалось. Хотя и не факт. О, ты смотри. Что происходит? Так. Так. И прокопали канал дальше. То есть... Вы все-таки можете. Серьезно? Раси там что-то... Что там происходит? Какие-то водопады. А иди, твою мать, докопай дальше. Так. Вот здесь-то воды нету. А может быть получится выкопаться отсюда нахрен? Только бы дрин не закончился раньше времени. Дрин, вернее дринк. Что это такое? Гипс. Это гипс. Мы выбрались. Я смог. Нам, правда, туда все равно капает, но мы прокопались через сраное говнище. О, да ладно. Не может этого быть. Мы смогли. Прокопались через гребаный слой говна. О, жесть. Стенку не достроили, но... Да ладно. Так страшно. О, какой кайф, какой кайф. А, о, наконец-то. Наконец-то. Вот это вот все затопит, конечно. Вот здесь бы, наверное, надо вбухать стенку. Так, construction. Стена. Стена, стена.
Ну, только деревянная стена нам, к сожалению, доступна. Давай с ближайшей. Пахните там стенку. Хотя странно, мы что, не можем делать стены из гипса, что ли? Проблема-то. Более эта хрень тут ближе. Опа, там водичка, да? Ай-яй-яй. Туда копать не надо тогда. Пока что. Это надо все выкопать. Это. Да-да-да. О, ой, в обход пойдем. Тоже вода. Гипсум. Так, ну, вот это плохо. И вот это плохо. Но с другой стороны, мы тут все-таки где-то можем жить. Что-то такое. Белый джейд. Этот забыл. Джейд, как его? Как он переводится? Гребаный джейд. Не изумруд, а такое зеленое и бесполезное. Да нет, не алкаши, как же их. Ну, джейд, ну. Не кварц. А. Нефрит. Во, вспомнил. Помнил. Анхидрит. Я надеюсь, это что-то твердое. О, стенка. Но, кстати, теперь не затопит. Я вот что думаю. Надо бы, наверное, здесь как-то прикрыться, что ли. Потому что здесь со стен капает. Что, если мы выкопаем здесь эту хрень? И здесь со стен капать не будет. Если вот здесь вот получается. Получается вот здесь. Слушай, ну тут все не так уж и плохо, кстати говоря. Раз уж на то пошло. Open space. Все капает куда-то вниз вот сюда. Ну, со временем эта яма заполнится. Поэтому, наверное, с ней надо все-таки что-то сделать, пока этого не произошло. Что там, копается все? Ну и хорошо, пусть копается. Это надо убрать. Нам тоже не нужно. А чего вы копаете-то по одной стеночке? Копают по одной стеночке и убегают, скоты. Так, стена. Да, делайте, хотя бы что-то я сам выберу. О! О! Красота! Нужно три штуки. Херня. Это не херня. Делайте пока из дерева. Так вот, выкопайте. Вернее, закопайте. Чтобы тут ничего не мокло. Чтобы вот здесь вот все было хорошо. Чтобы сюда ничего не капало. Зальет, ой, зальет. Когда-нибудь. Надо еще разобраться, как это все говнище работает. Это как-то странно это все. Очень-очень странно это все. Ну, по крайней мере, какое-то подобие камня мы получили. И, кстати говоря, я думаю, можно и вглубь прокопаться. Раз уж мы бежали дурацкой воды. Так, более-менее относительно избежали. Так, вот здесь воды быть не должно. Какого хрена она здесь есть? А вот, наверное, из-за этого. Ага. Ага. Отмена операции. Ой. Ну,
Яма заполняется. Кстати, яма заполняется. А и ладно. А и пусть заполняется. Я же теперь могу забабахать блок. Да? Каменный блок. О, приняли в обращение. Шикардос. Так, и мне нужен каменный механизм. А вот механизм уже не могут. Механизм уже не могут, к сожалению. Нету камней на механизмы. Ну ладно, это мы поправим еще, исправим. Будем где-нибудь камни-то, пока не затопило. Кстати, как там мой эксперимент поживает? Вот этот все равно протекает все. Промокает. Ого. Одержим. Мафол. Этот, металюга. Вернее, кузнец. Одержим. Чем одержим? Сидит у себя в комнате и ругается. Любовник есть. А, вернее, муж. Она, это женщина. Ей 74. Понятно. Так, у меня другие дела. У меня тут эксперименты. Ну, все равно капает. То есть это все равно затопит. Надо люк сюда воткнуть, наверное, чтобы не затопило нахрен. Так, люк сюда. Продолжим. Здесь водичка. Мне эта водичка вот прям вообще не нравится. Можно мне копнуть? В смысле нельзя. Просто копнуть вы... А, граница карты. Да. Не, ну тогда... Да пофиг, наверное, пока что. Сюда они ходят свободно. О, магнетит. Вот где мы будем жить. Вот где нет дурацкой воды. Надо только как-то пробраться наверх. Или вниз. Красота. А если я поставлю сюда люк? Даже если... Хотя вообще-то нет. Даже если тут не проканает. Блин. Дурацкая игра. С дурацкой водой. Мне каждый уровень затыкать, что ли? Я могу заткнуть каждый уровень. Просто здесь капает. Эта яма уже наполняет... Наполнилась на троечку, а нижний уровень вообще под завязку. И что с этим делать... Насос только остается, получается. Потому что магнетит мы открыли. Камни мы наконец-таки можем добывать. Я так полагаю, за магнетиты мы можем вообще много чего сделать. Будет все хорошо. Но... Еще выкопать надо. Донести. Можем механизмы забабахать с камня? Не можем. Потому что нет камней. И дринк заканчивается. Хреново. Может, все-таки можно? Нельзя. А с дринком-то что? Здесь вода? О, да ладно. Что за жопа-то такая? Копаем вглубь тогда. Дальше. Еще на уровень. Чтобы воду нашли? Да ладно.
Нет. Только нет. О, нет воды. Хорошо. Очень хорошо. Я бы даже сказал, прям замечательно. Так, с магнетит. Было бы здорово иметь какой-нибудь... Каолинит. Было бы здорово иметь какой-нибудь гайд, где написано, где что за материал, и все это имелось в игре, а не тыкать наугад. Вернее, рандомно. Все подряд. Зато у нас теперь есть камень. Даже камень, правда? Так, механизм. Твою мать! Да... А можно нам наварить кого-нибудь, чего-нибудь? Да, или нет? Извлечь из растения. Что извлечь? Ну, ладно, пофиг. Берите что-нибудь полезное. Мне кажется, надо забабахать здесь эту самую эрму. Где-нибудь место есть, скажем, здесь. Баллистом кто-то стал. Будет у нас, в общем, тут расти какое-нибудь говнище. Исключительно для дринка. Потому что без дринка мы сейчас вряд ли переживем зиму. Хотя ранняя весна, мы уже пережили. Ну и хорошо. Ранняя весна. Так, ну что, Open Space пошел дальше топиться. Потому что этот уровень заполнил водой. Вернее, заполнен. Этот уровень заполняется водой. Сюда копать нельзя. Эту стенку, если только открывать, копать туда. В этом смысла не очень много. В общем, время пока ограничено. Надо торопиться. С водой здесь окей. Здесь вообще все в шоколаде. Были бы грибы, было бы замечательно. Можно вообще с поверхности свалить нафиг. Вы не хотите вот это вот? О, калит. О, оказывается, на него можно нажать. Фурнитура. Такая фигня. А, и на это можно нажать. Угу. Но это, походу, не то. Это, походу, не то. Надо копать дальше. Копать глубже. Нужно больше камней. Только без воды, пожалуйста. Мы уже нашли воду, да? Понимаю, понимаю. О, вот тут воды нет. О, что тут такое? Лимонит, магнетит. Вы открыли кавер. О, здравствуй, грибное королевство. Наконец-то. Наконец-то. А как мы... А, там open space. Угу. Чё, прокопаемся. Так, это все выкопать нахрен. Сюда туннель. Мне, пожалуйста. А тут еще каверна, кстати. Грибные. Ну и славненько, ну и хорошо.
Ну, начинает топить и здесь. Можно временно это, конечно, все копать нахрен. Но это все временно. А выкопаем там водички и все. Что такое? Тут кто-то разозлился. Ух, страшно. Метисты там навыкапывали. Вода что ли? Срать, копайте. Смотри, они все-таки могут ходить по диагонали. Вот ублюдки. Кто ведь мне ничего не сказал? Что они могут ходить по диагонали. Ждем. Так, хорошо. Осталась только лестница. Эх. Ну ладно, здесь лестницу прокопаем. Почему бы и нет? Давай здесь лестницу. Не надо. Так. Лесенка. Хоба. Огонь. А это не копается, а это добывается. Скорее всего, это же... Нет? Серьезно? Ладно. Пофиг тогда. Собрать что-нибудь тут можно? Нет? Вообще ничего. Зашибись, конечно. Круто. Но зато скоро у нас появится дринк, наконец-то. Мы сможем выращивать целые собственные грибы. Вероятно, правда. Пошли грибочки. Платина. Фига себе. Черный паук. И хрен с ним. Ну тут все в водище вообще. Так, как там вообще дела с моим котлом? Плохо дела, плохо. Это все говно опять топит. Здесь подтапливает. В общем, мы в говне. Да. Но зато тут есть платина и магнетит. Много-много магнетита. Сюда какого-то хрена капает. Но с другой стороны, там дальше open space, так что... Укапает куда-нибудь, я надеюсь. Я очень сильно на это надеюсь. Это что? Это лимонит. Зачем мне лимонит? Мне не нужен лимонит. Такс, механизм. Мне нужен сраный насос. Есть. У нас есть достаточное количество камня. Аллилуйя. Что это? Это... Грибные споры. Мать. В смысле нет семян? Я же собрал. Да что, ну почему? Что-то варится. Ну и хорошо. Ну и пусть себе варится. Так, насос, 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 насос. А куда я его поставлю? Сказали мне из клетки в клетку перекачивает. И как он мне поможет? Приблизительно никак. Да. И да. Не, а так-то прикольно. Так-то круто. Обсидиан. Пудинг стоун. Замечательно.
Они вот ведрами никак не могут, да? Все это выкопать. Вытянуть, я бы даже сказал. Тут грибная зараза. Смотри, здесь все поросло нахрен. Ладно, пофиг. Грибы есть грибы, они уже наверху растут. Чего страшного? Поживут в грибном мире. Думаю, хуже им от этого не станет. Так, раз уж у нас все более-менее хорошо, я думаю, можно построить вот эту штуку. Я наконец-то добыл долбанный камень. Это значит, что можно еще и расшириться. Так, трешечка. Да, в общем-то, попариться. Ой. Что это было? Шахтер родил девочку? Анол, ты чего? Ты зачем? Не надо. У нас же здесь жопа, у нас же здесь авралы, кошмар, катастрофа. Зачем ты детей рожаешь? Ладно. Печки. Вот эта печь мне по-любому нужна. Будешь стоять здесь. Дальше. Смелтер. Пока обычный. Ну, производство угля тоже, наверное, понадобится. Когда-нибудь. Из этого, в принципе, все, что мне надо было построено, это не особо нужно. Хотя... Ах, ну да, конечно. Сначала воркшоп. Пофиг. Так, вот эта штука для удобрений. А, лучники, это все не надо. Саднооружие, мыло. Пока, наверное, не надо. Пресс. Пока тоже, наверное, не надо. Так, кузня. Ковальня у нас есть. А, механик у нас есть. Ну и вот эта фигня. Пригодится. Ого, фига себе, с чего вы делаете? Анхидритовые блоки. Фига себе. Это вы, конечно, да. Это вы загнули. Ну и хорошо. А чё, чего плохого? Круто же. Можно делать поташ. Вон там гемов накатить можно. Ждем наковальню. Что-то все никак не достраивают наковальню. А дринка все так же нет. Судя по всему. Делайте дринк из фруктов. Побахать надо, наверное, такое же задание. Где это... Пивоварня. Да ёлки-палки, вот он. Так, из фруктов делайте. Так, из фруктов, тра-та-та, постоянно. Если доступных дринков меньше 10. А можно сделать свое правило. Если, скажем, количество доступных предметов... Не ноль. А можно, по крайней мере, один. Уже одного вроде хватает, правильно? Да... А можно выбрать все фрукты, не только один. Это нет.
А как же у них получилось drink items? Вот в чем проблема. Количество. Больше одного. По крайней мере, один. Ага. Это не здесь. Тут. А где? Тут дринков нет. А как они сделали? Как это? Как они смогли? Количество дринков, количество предметов. Это как они смогли так сделать? Где это меняется? Тип предмета. О. Листья и фрукты. По крайней мере, один. Ну, как-то так, в общем. Так, если напитков меньше... Меньше 50. Всё. Что-то наковальню достраивать не хотят. Ируды. Ну, как бы... Ну, вот здесь вот дела вообще хреново. Я бы даже сказал, мега хреново. А вы сможете вот здесь вот... Они смогут через стену... Выкопать яму? Серьезно? Ну ладно, копайте. То, чтобы я был против. Если они смогут там выкопать яму, то вообще огонь. Чего не смогли? Ой, сейчас затопит все нахрен. Open space. Ай, ай, твою мать. Затопило. Маленько. Ну, сейчас оно доберется до сюда и понеслась. Ладно, все, мне с ручником нужен насос. Вопрос в том, куда и как качать это все, потому что я никогда не строил в этой дурацкой игре насосы. Я что-то насос потерял. Колодец вижу. Какая-то фигня. Очень странная. Ну, судя по всему, этот насос и есть. Только... Воду качает с уровней. Откуда здесь деревянный пол взялся? Странно. Ну да ладно. Ну, в общем, плохие новости в том, что колодец затопил им нахрен. И теперь мы в лютейшем говне.
В принципе, раньше были в лютейшем говне, но сейчас говно начинает усиливаться маленько. И становится только хуже. Вот. Он сможет оттуда выбраться потом? Он себе яму выкопал. В ней же и останется, походу. Не-не-не-не-не, подожди, это не надо. Это не копай. Все, вырезай отсюда нафиг. Надо кое-что другое выкопать. Что такое? Опа. Из-за жажды мужик умер. Аж вот здесь прям сдох. Его куда-то уносят. На склад, конечно же, ну да. Даже его еще могли унести. А чего он от жажды-то помер? У нас же есть дринки. Взял бы да попил. Делов-то. Так. Вот здесь будет кладбище. Нет, срать вообще. Отличное кладбище, замечательно, великолепно. Храните там мужиков. Беда. Че он там накопал? Ну, хоть что-то он накопал, да. Рампа, идущая наверх. Зачем мне рампа, идущая наверх? Мне нужна рампа, идущая вниз. Так вот, выкопаем тогда. Пусть вода туда уходит. Чтобы они хоть как-то двигаться могли. Пока что. А-а-а! Еще ребенок родился. Вот странные гномы. Детей рожают в таком кошмаре. Ну да ладно. Так, ямы пусть заполняются. Грибы мы залезли. Но не посадили. Странно, кстати. Почему? А посадим. Добывайте здесь все. Все, что сможете, все, что добывается, добывайте. Ой. Это меня занесло на пару часиков. Так, надо завершать это все дело. Где тут выйти и сохраниться? Ладненько, продолжим в следующий раз. Ну а пока что такие дела.